Всем привет! Вчера мы ездили в Новороссийск. У меня было совсем немного времени, около часа, но я успела погулять по набережной Новороссийской бухты и немножечко вам сняла прекрасных видов. Сегодня я с вами на Новороссийске. Ветер очень сильный, поэтому рассказывать ничего не буду. Просто буду снимать, потому что очень красиво. По эту сторону я никогда не была. Представляете, жить в таком доме, тут лодки видны и вид на бухту. Здесь ветер уже потише, но тем не менее сильный. Я не хотела ничего снимать, но на всякий пожарный взяла с собой камеру. И столько всего интересного, я в этом месте никогда не была, такие виды шикарные открываются, особенно на вот эти горы, очень красиво, каждый раз впечатляюсь, каждый раз завораживают эти виды, к этому невозможно привыкнуть. Thank you.
это памятник хамсе. В голодные военные годы уловы хамсы помогали выжить жителям Новороссийска и других черноморских городов. Городской Новороссийска. Помочу ножки. Что, наверное, уже многие соскучились за Микушечкой, да? Всем привет! Ник, смотри сюда. Моя девочка красивая. Моя холёсая девчонка. Обнимает мою руку. Видите? Несла. Разбойница. А сахар закончился. Отправила Максика за сахаром. Он в третьем магните только сахар нашел. Нигде сахара нет вообще. Наверное, сейчас все банки закатывают с вареньем. Стала читать ваши комментарии, вышло видео. Девушка написала, что ее муж тоже любит разные чаи, а она делает травяной. Я, знаете, я вспомнила, мне дедушка собирал вообще грибник, с бабушкой они были. И они ходили по грибы и заодно собирали разные травы. У дедушки на большом столе таком, ну, как вот как у нас на кухне такой, который раздвижной, постоянно сушились травы. И заходишь, это такой запах был приятный, вот. Вот напишите те, кто занимается этим, хотя бы название трав, посмотреть в интернете, как они выглядят, потому что если у нас есть возможность, мы едем в горы, как бы, я думаю, что можно собирать эти травы, тоже сушить, тем более в собственном доме можно найти место для этого. И вот травяной чай, он самый вкусный. Я люблю в чай в зеленый добавлять немножечко мяты. А летом, когда жарко, обожаю делать мохито. Ну, с лимоном, с мятой, вообще вот такая вещь. Вот эту будку, я не знаю, хочу соседям отдать. У них собака без будки на улице просто живет. Дождь идет, она мокнет. Или покрасить в ее какой-то цвет. Не знаю, Мика бывает в нее залазит и не хочет потом сидеть. Или покрасить, или отдать, не знаю пока. Всем привет. Ну что, купил сахар? Да. Сколько стоит? Не помнишь? И вот здесь поставила, здесь солнышко сюда, получается, светит. Там мы не ходим, там оно стоит. Не знаю, что делать с той будкой. Она страшная, гнилая. Надо что-то с ней сделать. Вид весь портит. Ну, у нас много чего портит вид. Да, Микушечка? Да, моя красавица. Вот сколько у нас дров уже накопилось. Проезжал по всему Ивановскому, по улице. Я замечал, что растут бананы. А, да, у нас много бананов растет. О, смотрите, увидела орех. Ну все, началось попрошайничество. Мики от орехов неплохо. И от орехов хорошо. Очень хорошо. О, комар. Смотрите, кусает меня. Кровушку сосет мою. Мик, съешь его. Не про орех. Я про комара. Ой, смешная. Ну, а на этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока.